Военный язык лаконичен. За скупыми строчками опубликованного в центральных газетах сообщения крылось многое. Действительно, по скупому сообщению в газетах было невозможно составить представление об истинных масштабах учений «Океан-70», которые были приурочены к празднованию столетия со дня рождения основателя советского государства Владимира Ленина. Мировая история не знала морских стратегических маневров такого размаха. В них принимали участие все четыре советских флота – Северный, Тихоокеанский, Балтийский и Черноморский. Они одновременно действовали в трех океанах – Атлантическом, Северном, Ледовитом, Тихом, а также акваториях, прилегающих к ним морей – Карском, Баренцевом, Норвежском, Северном, Балтийском, Черном, Средиземном, Беринговом, Охотском, Японском и Филиппинском. Помимо, собственно, военно-морского флота, в учениях принимали участие войска противовоздушной обороны, военно-воздушные силы и даже ракетные войска стратегического назначения. В ходе этих беспрецедентных маневров в морях и океанах было развернуто невиданное количество сил и средств. Всего было задействовано 84 надводных корабля, 45 вспомогательных судов и до 80 подводных лодок, из них 15 атомных. В океане флоты решали свои задачи, научно было обосновано его развитие, применение. И особенно была создана такая теория боевой службы, как это было главное повседневной деятельности. Флот нес боевую службу эскадрами. Это учение было весьма такое, значит, с политическим подтекстом вообще-то, хотя то количество сил, которое было развернуто по всем морям и океанам, плюс, конечно, система управления, система освещения обстановки, разведывательная авиация. Это было колоссальное количество сил, и эти силы, конечно, были все в море. Особенностью учения «Океан-70» было то, что они проводились в районах гипотетических боевых действий при непосредственном соприкосновении с основными группировками флотов вероятных противников. Все это позволило максимально приблизить обстановку маневров к реальным боевым действиям. В ходе учений военно-морской флот отрабатывал десантные операции, проводил ракетные, артиллерийские и торпедные стрельбы, а также глубинное бомбометание и постановку минных полей. Главный вывод для всех сторонних наблюдателей был однозначным. Учениями «Океан-70» Советский Союз заявил о себе как о великой морской и океанской державе. Это было колоссальное учение, которое, в течение которого, значит, и было создано условие для то, что был противник, так сказать, ну, имитировали, так сказать, обозначали наши корабли, наши другие подводные лодки. И, конечно, результаты эти были очень значительные, потому что была глобальная система управления этими учениями. И лично докладывалось Горшковым, это руководителем государства. Сергей Горшков, тогдашний главнокомандующий военно-морским флотом, был душой и организатором учений «Океан-70». Он хорошо знал и лидера страны Леонида Брежнева, и министра обороны Андрея Гречко еще со времен войны. Их связывали общие воспоминания о боевых действиях под Новороссийском. Благодаря этим более чем товарищеским отношениям с политическими и военными руководителями страны, многому из того, что задумывал Горшков, была обеспечена «Зеленая улица». Океан тогда он прогремел, конечно, все почувствовали эту мощь. Естественно, после этого американцы сразу начали усиливать свои силы противолодочные. Начались новые рубежи возникать противолодочные. Все. Потому что американцы с самого начала считали угрозу со стороны флота СССР. Это подводная угроза. Для них была самая главная и все это прочее. Thank you.
После Второй мировой войны военно-морское лидерство в мире прочно захватили Соединенные Штаты. Основываясь на опыте недавних боевых действий на море, США сделали основную ставку на авианосцы. А с появлением ракетно-ядерного оружия главной ударной силой американских вооруженных сил стали атомные подводные лодки. Все послевоенные конфликты, и Корейская война, и Суэцкий, и Карибский кризисы продемонстрировали, какую важную, если не решающую роль способен сыграть военно-морской флот. Это хорошо понимали и в Москве, однако долгое время СССР просто не имел достаточных возможностей для развития флота. При Хрущеве упор был сделан на строительство подводных лодок, прежде всего атомных. При Брежневе ситуация изменилась. Возросший экономический и технический потенциал Советского Союза позволил направить значительные средства на строительство крупных надводных кораблей. Особая роль при этом отводилась Средиземному морю, которое традиционно было средоточием интересов многих стран. Не случайно США держали здесь мощный 6-й флот. Послевоенное противостояние Израиля и арабских стран превратило этот регион в источник постоянной напряженности и войн. СССР выступал союзником арабов и был кровно заинтересован в военно-морском присутствии в Средиземном море. Решить эту задачу был призван прежде всего Черноморский флот. Черноморский флот имел мощный надводный флот, эскадра Черноморского флота, вот, которые выходили в Средиземное море. И там несли боевую службу. И особенно большое внимание Черноморского флота оказывал влияние это Египту, это Сирии, это Алжир. Очередной кризис на Ближнем Востоке разразился летом 1967 года, когда в ходе шестидневной войны Израиль сумел нанести сокрушительное поражение своим арабским соседям. До Каира не дошли израильтяне только благодаря тому, что мы в рекордно короткие сроки смогли нарастить свою группировку военно-морского флота до сравнимой с американским 6-м флотом. Но мы развернули в Средиземном море за эти недели, которые предшествовали началу войны шестидневной, группировку в составе которой были и атомные подводные лодки, и ракетные корабли, и очень сильная противолодочная группировка, и десантные корабли, на борту которых находилось 2 батальона морской пехоты. А что такое вмешательство в конфликт ядерной державы? Израильтяне знали, по примеру 1956 года, когда Хрущев пригрозил атомной бомбой и спас Египет и Сирию. Первые советские военные корабли начали нести постоянную боевую службу в Средиземном море в 1966-м, а в начале следующего года военно-морская группировка в этом регионе была увеличена за счет сил не только Черноморского, но и Северного флота. Где-то в мае, когда еще на сопках лежал снег, мы получили приказание выйти на боевую службу. Куда, мы не знали. Было приказано получить карты на весь мировой океан. Когда вышли, вскрыли пакеты, то нам было приказано идти на боевую службу в Средиземное море с целью, значит, обнаружения авианосно-ударных соединений 6-го флота и в готовности к нанесению ракетного удара по ним. Только прошли Гибралтар, всплыли уже в Средиземном море, смотрим, махина авианосца втягивалась в Гибралтарский пролив, он шел в Америку, а на смену ему уже пришел другой. Вот тогда мы его перископ посмотрели и говорим, вот по ком мы будем охотиться. Когда зашли в Адриатическое море, то вдруг получаем сигнал. Началась арабо-израильская война. Вам приказано, значит, к такому-то времени прибыть в восточную часть Средиземного моря и быть в готовности атаковать Тель-Авив. Приказы о ракетном обстреле Тель-Авива советские подводники, к счастью, так и не дождались. Война закончилась. Однако это не поставило точки в арабо-израильском конфликте. В октябре 1967 года настоящую сенсацию в мире вызвали действия поставленных из СССР в Египет катеров, вооруженных крылатыми ракетами. Наши крылатые ракеты на тот момент были лучшие в мире. Но у американцев они просто не получались, крылатые ракеты. Ну и крылатых ракет мы сделали очень много. По существу можно считать было на каком-то этапе, что крылатые ракеты морского базирования – это наше русское национальное оружие. Мы их стали продавать в другие страны, мы их продали в Египет,
И первое боевое применение крылатых ракет, боевое применение было вот в арабо-израильском конфликте в конце 60-х годов. Два катера, причем не самых мощных по своему ракетному вооружению, как их называли, типа «Комар», потопили внезапным ракетным ударом старенький, времен Второй мировой войны, но самый большой корабль израильских военно-морских сил, эсминец «Эйлат» на побережье Египта. И все были в шоке. Ну как это? Вышел какой-то там ракетный катер маленький с арабами и утопил целый современный эсминец. Эсминец – это по существу легкий крейсер был. Советские боевые корабли в ходе шестидневной войны следили за обстановкой в Восточном Средиземноморье, наблюдали за действиями 6-го флота США и за развитием событий на арабо-израильском фронте. Но все же главным для них было обеспечение безопасности морских перевозок из черноморских портов СССР в Египет, в первую очередь транспортов с боевой техникой. Советская эскадра со всеми поставленными задачами успешно справилась, а американцы с тех пор были вынуждены мириться с постоянным советским военно-морским присутствием в регионе. Некоторые говорили так, что наш флот там обречен, что вот американцы, там натовцы подсчитали, и через 15 минут нашего флота там не будет. Всех они уничтожат. Ну, расчеты есть расчеты. Но есть еще головы у наших командиров, которые должны понимать, что если ты будешь варягом, то есть погибну, не сдаюсь, то, по крайней мере, ежели объявили угрожаемое положение, займи такую позицию по отношению к противнику, чтобы в любую минуту, в любую секунду дать такой мощный удар, чтобы его авианосец лишился возможности поднять авиацию. Ну, пусть торпеда одна по винтам шарахнет. Все, авианосец встал. Пусть одна ракета по острову, то есть вот это, знаете, там вот эта настройка, то есть там вся система управления. Снести ее, все, ни один самолет не взлетит. Решена будет задача? Решена. А потопит там, если не потопит наш корабль. А если потопит, все равно, как американцы считают, потопит. Но и ты решишь задачу во имя всей страны. Мы могли это вообще раздолбать авианосец. Ну, конечно, на авианосец 4 ракеты П-6 с обычным зарядом маловато. Но у нас же, я говорю, загрузка была 4 с обычным, а 4 с ядерным боезапасом, с боеголовкой. Поэтому вполне. После окончания войны 1967 года всем было очевидно, что пожар арабо-израильского конфликта хоть и притушен на время, но обязательно разгорится вновь. Это понимали и в Тель-Авиве, и в арабских столицах, где всеми силами стремились нарастить военные мускулы для очередной схватки. Понимали это в Москве, которая была на стороне арабов, и в Вашингтоне, чьи симпатии были отданы Израилю. Соответственно, и СССР, и США постарались укрепить свои военно-морские силы в Средиземноморье. 6-й американский флот, основной военно-морской базой которого был Неаполь, имел в своем составе несколько авианосцев, более десятка атомных подводных лодок, крейсеры, фрегаты, десятки эскадренных миноносцев, сторожевых кораблей и тральщиков, а также морскую авиацию и подразделения морской пехоты, не считая множества вспомогательных судов. Так что 6-й флот представлял собой мощную внушительную силу. В свою очередь, Советский Союз в июле 1967-го сформировал 5-ю эскадру специально для действий в Средиземном море. Она включала в себя подводные лодки, ударные ракетно-артиллерийские и противолодочные корабли, авиацию, морскую пехоту и судообеспечение. Основу эскадры составляли силы Черноморского флота, однако здесь несли боевую службу военные корабли и Северного, и Балтийского флотов. И хотя по своей численности и мощи 5-я эскадра уступала 6-му флоту США, не считаться с ней американцы не могли. Это отчетливо проявилось в ходе нового арабо-израильского столкновения в 1973 году. В войне 1973 года вообще, вы знаете, в том противостоянии, вот на этой войне, флот уже был действительно реальной силой. Там было больше 20 подводных лодок, среди них атомные подводные лодки.
На каждый авианосец была сформирована, их три авианосца было. Каждый авианосец была сформирована группировка наших сил и его уничтожения и постоянного слежения. Должным образом уже, так сказать, было обеспечение плавучего тыла. И, в общем-то, как бы тут в значительной степени это обеспечило то, что американцы никоим образом нигде не выступили, не вступили, не поддержали. И хотя на этот раз Египет и Сирия первыми начали боевые действия, вскоре они вновь оказались в критической ситуации. И опять на помощь им пришла Москва. В СССР даже стали спешно готовить к отправке морскую пехоту. Погрузка морского десанта – зрелище захватывающее и чуточку таинственное. Ведь происходит она, как правило, скрытно, ночью. Однако необходимость в отправке морской пехоты быстро отпала, поскольку война, как и в 1967-м, закончилась в считанные дни. В это время советская и американская эскадры проявляли повышенную активность, постоянно маневрируя и следя за действиями друг друга. В общей сложности в Средиземном море было сосредоточено тогда около 300 кораблей. Ни американцы, ни мы не ставили перед собой задачи входить в боевые контакты. Но само присутствие наших кораблей, скажем, в Александрии, если постоянно были наши большие корабли в Александрии. И поэтому, если бы был налет, мы в порядке обороны должны были открывать огонь, защищая не Александрийские вооруженные силы, а свои собственные. Вот. И поэтому это знали израильтяне. И когда наши корабли находились в базе, то на базу налетов не было. Шестой флот, они очень осторожно, я бы сказал, боязливо относились, когда появились наши ракетные крейсера, атомные крейсера. Типа вот «Киров» с ракетами типа «Гранит». Они в зону досягаемости ракет. Ни в коем случае авианосец не допускал, чтобы войти в зону применения наших ракет. Мы получали в ходе противостояния с противником и опыт большой, опыт изучения и морских театров военных действий, и оружия, и тактики противника. Взгляните на карту. Зловещей паутиной протянулись военные базы НАТО вдоль границы СССР. Ядерные ракеты нацелены на территории социалистических стран. Вблизи их границ регулярно проводятся маневры НАТО. Цель этой политики предельно ясно сформулировал министр военно-морского флота США Джон Леммон. Необходимо превратить Советы в изолированный остров, чтобы мы владели миром. Сегодня целые регионы в разных частях света беззастенчиво объявляются сферой жизненных интересов и национальной безопасности США. В 114 странах размещено около 500 000 солдат, 2500 баз и военных объектов. Прежде всего, развитие флота Соединенных Штатов и НАТО привело к тому, что и мы должны были иметь что-то такое аналогичное. А, соответственно, и взгляд должны были у нас меняться на использование флота. Коль у нас стал уже океанским, ракетно-ядерным, могучим. Мы были, конечно, к 73-му году реальной силой. Потому что там были атомные подводные лодки, которые, так сказать, могли действовать по авианосцам. Но боевая устойчивость сил, если бы что случилось, она была недостаточной. Нас, главнокомандующий Горшков, на сборах всегда спрашивал, какая боевая устойчивость. Мы понимали, что в Средиземном море она невысокая. Вот почему и дальше шло строительство авианосцев, огнесущих кораблей. И вот надо понять и, конечно, вознести вот мудрость Горшкова, который постепенно вот эту авианесущую составляющую ее вводил, внедрил в наш военно-морской флот. Долгое время у нас авианесущие корабли не жаловали, хотя опыт американских военно-морских сил убедительно доказал, они властелины моря. И то, что сейчас на вооружении нашего флота появились авианесущие крейсеры, лишний раз свидетельствует о том, что наше командование научилось делать выводы из уроков военной истории.
В 1975 году вступил в строй первый советский тяжелый авианесущий крейсер «Киев». На его вооружении были боевые вертолеты и самолеты вертикального взлета. Было построено несколько кораблей этого класса, однако впоследствии они были признаны недостаточно эффективными, и их серийное производство было прекращено. На протяжении 60-х годов Соединенные Штаты все глубже увязали в войне во Вьетнаме, который был тогда разделен на две воюющие части, поддерживаемые СССР «Север» и опекаемые США «Юг». Американская авиация буквально выжигала напалмом целые деревни, не жалея ни взрослых, ни детей, ни стариков. Базировались самолеты США в основном на авианосцах, а за ними неусыпно следили советские субмарины. Вот. Принимал участие, опять невидное, поймать как, ну не афишировалось нигде ничего. Ну естественно, была усилена боевая служба, у этих подводные лодки были на позиции подхода. Поступило указание, что по вашим районам патрулирования следует авианосно-ударная группа. Значит, обнаружить и условно атаковать. Однако в конце концов американцы потерпели во Вьетнаме полный крах и были вынуждены вывести свои войска. В наследство от них осталась военная база в Камране, которую вплоть до перестройки активно использовали советские авиация и флот. По мере того, как советский военно-морской флот все активнее стал осваивать океанские просторы, на первый план выдвинулась проблема его базирования за рубежом. В базах нуждались и эскадры, действовавшие в удаленных от территории СССР акваториях, и подводные лодки, и стратегическая авиация. В конце 60-х годов, после прихода к власти в Сомали генерала Сиада Барре, провозгласившего курс на строительство социализма, взоры Москвы обратились к этой африканской стране. Был построен фактически Советским Союзом сам порт Бербирия. Это был прекрасный причал. Длина причальной стенки где-то 380 метров. Был построен большой очень аэродром под наши самолеты Ту-22М3. Самый большой по длине взлетно-посадочной полосой в Африке. Вот. Была создана там ракетная техническая база для ракетных катеров военно-морского флота, которая позволяла готовить все ракеты, которые в это время использовались на ракетных катерах, которые также были переданы в состав дивизиона Овра-Береберы сомалийской стороне. Это была достаточно к 1976 году серьезная база, которая, во-первых, обеспечивала прием кораблей практически до крейсера включительно. База в Бербере имела важное стратегическое значение и потому постоянно находилась под пристальным наблюдением американских спутников-шпионов. Неудивительно, ведь благодаря этой базе советские корабли получили возможность контролировать вход в Красное море, а следовательно и Суэцкий канал. Однако летом 1977 года Сиад Барре напал на соседнюю Эфиопию, СССР выступил против сомалийской агрессии. Для того, чтобы обеспечить эвакуацию советских военных инструкторов и специалистов, к берегам Сомали был отправлен большой десантный корабль. Местные власти попытались воспрепятствовать его заходу в гавань столицы страны Могадишо, правда, безуспешно. На большом десантном корабле находился батальон морской пехоты с необходимой техникой вооружения. Бронетранспортеры, там плавающие танки находились. И вся эта техника и вооружение в короткие сроки была высажена на берег
оцепила те объекты нашего военно-морского флота, которые находились на территории Сомали, они практически не встретили вооруженного сопротивления сомалийской стороны. Удалось вот именно таким решительными действиями, очень короткие сроки, загрузить всех, кто находились там, на наши корабли, отойти в море и после этого сохранить жизни, главное, людей. Проблема базирования флота за рубежом всегда была ахиллесовой пятой советского ВМФ. Даже союзники из числа развивающихся стран неохотно предоставляли свою территорию под базы. А при смене политических курсов этих стран Москва часто теряла даже то немногое, что имела. Так произошло в Албании, Индонезии, Сомали, Египте и в целом ряде других государств. Вот в отношении базирования, конечно, мы проигрывали. Потому что, ну, американцы там имели союзников, и у них на территории союзников или просто они покупали, или арендовали, или по союзническому договору имели там соответствующие базы. Мы же таких возможностей, естественно, не имели. Вся боевая служба, она состояла в том, что мы держали на мушке американцев, а американцы держали на мушке нас. Это было во все годы холодной войны. Вот так вот было это противостояние между нами и ими устроено, что на переднем крае были мы, моряки, и ракетчики, которые держали руку на кнопке. Они таят в себе угрозу международной безопасности. Позиции кораблей выбраны с таким расчетом, чтобы радиус действия баллистических ракет, выпускаемых с атомных подводных лодок, и радиус действия самолетов, которые могут быть подняты с авианосцев, покрывали территорию Советского Союза и других социалистических стран. Конечно, решение задачи и нашими, и американцами, они были весьма как бы на обострении форм маневрирования, способов действия. И как бы вот это тяготение, значит, друг другу, поскольку, например, мы вот, командиры надводных кораблей, обязаны были переписать и самолеты, их номера, значит, установить цикличность взлета-полета, ну, так приходилось подходить на минимальное расстояние. Хотя это, в общем-то, было неправильно, значит. Было подписано официальное двухстороннее соглашение между Соединенными Штатами и Советским Союзом о мероприятиях по предотвращению инцидентов на море вообще, в том числе и на надводном корабле. Там был целый ряд разумных вопросов, которые действительно при их соблюдении помогали избежать ненужных вот таких вот аварийных ситуаций. А ведь были, особенно когда в разгар холодной войны, на Средиземном море, там очень тесно было, в смысле, 6-й американский флот, наши корабли стали там активно плавать. И были иногда вплоть провокационные или дурацкие действия, которые вели к столкновениям, там, к опасному маневрированию и так далее, и так далее. Ну, потом поняли власти, что, в общем-то, это хорошего не доведет. И было такое соглашение достигнуто. Однако это соглашение касалось только надводных кораблей. Американская сторона категорически отказывалась распространить меры обоюдной сдержанности и безопасности на свой подводный флот. Впрочем, возможно, что существовали негласные договоренности на этот счет. Нам, когда при планировании боевой службы, я уже в штабе флота, когда был, говорили, так, начальник управления говорит, что ребята, наши глубины четные, а американцев нечетные. Значит, где-то вот договаривали, чтобы в избежание этого, поймать, что 10 метров все-таки расхождение глубины. У американцев, у подводников, это особая каста у них считается, подводники, закрытая. И у них вот такая лихость, вот такая, значит, дерзость.
она даже восхваляется. У нас за такие действия, если начальство их раскапывало, узнавало, командиру, значит, хорошо выдавали. Если не снимали с должности, то получал увесистый фитиль. И вот когда мы говорили с американцами, значит, по этому поводу, когда у нас командиры атомных подводных лодок имеют специальную инструкцию президента. Какая инструкция? Ну, я после уточнения понял так, что президент разрешает им нарушать и территориальные воды, и нормы элементарной безопасности, значит, и делать все в интересах решения задачи. А задача какая? Если лодка следит за лодкой, конечно, записать акустическое поле, полностью записать акустический портрет подводной лодки, все формы, дополнительные шумы во время приготовления, положим, ракетного комплекса к стрельбе и саму стрельбу, значит, каким-то видом оружия. Вот они, так сказать, и лезут на самые минимальные, выгодные для них дистанции, где бы, так сказать, они решили эту задачу. Всего, по подсчетам российских специалистов, в годы Холодной войны произошло более 20 столкновений между подводными лодками СССР и США. В основном из-за безрассудных действий американской стороны. Однако помимо угрозы столкновения с субмаринами противника, подводников постоянно подстерегает множество и других опасностей. Неизученность района плавания, подводные рифы, старые минные поля, поломки и пожары, которые могут иметь для подлодки катастрофические последствия. Особенно непредсказуемы неисправности в работе ядерных силовых установок. За послевоенный период Соединенные Штаты потеряли две атомные подводные лодки. В 1963 году затонула субмарина «Трэшер» с экипажем из 129 человек, а в 1968 году лодка «Скорпион», унесшая на дно жизни 99 моряков. Точные причины их гибели не установлены до сих пор, а поднять их на поверхность не позволяет чудовищная глубина, на которой они покоятся. Впрочем, многие специалисты убеждены, что американские власти сообщают далеко не обо всех авариях со своими атомоходами. Наша страна за это же время потеряла 4 атомные субмарины. Самая известная из подводных трагедий – гибель в 1989 году подводной лодки «Комсомолец», когда в водах Баренцева моря погибло 42 человека, и катастрофа «Курска» в 2000 году, которая привела к гибели 118 моряков. Скалистые горы на подвиг отчизна зовет. Мы вышли в открытое море в суровый дальний поход. А волны стонут и плачут, и бьются о борт корабля. Растаял в далеком тумане рыбачий, родимая наша земля. Флот в то время, как мы в холодную в эту войну, противостояние, он эти вот на прибрежных направлениях Черноморский, Балтийский, а в океан, в Атлантику, эта задача была Северного флота, особенно атомного подводного флота Севера. И вот такой флот был создан. И такие планы, операции, это мы все прорабатывали, отрабатывали. В этом-то и было противостояние. Не просто так плавать, а целая военно-морская наука формировала цели, задачи, способы, формы борьбы на море. В мою бытность, когда я служил на флоте, конечно, самым могучим был и многочисленным Северный флот. И это объясняется тем, что ему противостоял блок НАТО. Ему противостояло, прежде всего, Соединенные Штаты Америки, ну, как считалось по взглядам в то время. И именно на Атлантике проходили самые мощные коммуникации вероятного противника. И Америка нуждалась в снабжении, и блок НАТО нуждался в снабжении. Значит, нужно было и с флотом натовским бороться, и с коммуникациями бороться. Поэтому, естественно, Северному флоту уделяли большее внимание. Как бы этот приказ ни ждали, он всегда приходит внезапно.
Как бы внезапно ни поступил, он всегда выполняется мгновенно. Если Северный флот был после войны самым мощным в составе советского ВМФ, то его главную ударную силу составляли подводные лодки и, в первую очередь, атомные ракетоносцы. На это время количество подводных лодок в Советском Союзе, дизельных и атомных вместе взятых, превышало суммарный состав подводных сил всех передовых морских держав, включая Штаты. В конце 80-х годов мы построили где-то 247 атомных подводных лодок. Вот мне пришлось 85-88 год, как раз когда флот был на пике славы, я бы сказал, океанский ракетный ядерный командовать Северным флотом. В то время на Северном флоте было 13 дивизий атомных подводных лодок, более 100 подводных лодок. На патрулировании находилось 10-12 лодок, на боевой подготовке до 20 лодок. То есть флот был действительно атомный подводный, и мы в то время, 70-е, я бы сказал, 80-е годы, наш флот присутствовал во всех важнейших стратегических, я подчеркиваю, морских районах Мирового океана. Северный Ледовитый океан всегда вызывал повышенный интерес подводников и США, и СССР. Ведь его акватория – самая удобная позиция для запуска ядерных ракет. Гонка по освоению северных широт длилась довольно долго, однако в конечном итоге советским субмаринам удалось вытеснить американцев. Американцы отказались от плавания под льдами. А мы продолжали плавать. Наши еще дизельные подводные лодки ныряли под лед, то есть для нас это не было чем-то таким необычным. А с появлением атомных подводных лодок мы, конечно, ходили под лед. А уже в последующем, ну, можно сказать, что это была сфера наших действий. Когда встал вопрос о том, что появились лодки с баллистическими ракетами, естественно, возникла необходимость находить для них такие районы, где бы они были достаточно безопасны от слежения противником. Арктика в этом отношении представляла собой в те, особенно времена, прекрасный район. Под льдами, особенно если приледниться, тихонечко сидеть, найти меня там тяжело. И наши, кстати говоря, системы лодочные и баллистических ракет, и навигационные, они позволяли производить пуски из района Северного полюса. И это реально было сделано. Насколько мне известно, такие пуски осуществлялись. Одна из главных проблем при запуске ракет из подводного положения в Северном Ледовитом океане – это толстое ледовое покрытие. Ведь далеко не всегда удается найти свободное водное пространство. Однако выяснилось, что благодаря своей конструкции советские субмарины вполне могут справиться с этой задачей. Оказалось, что наши корпуса наших подводных лодок настолько прочны, что мы можем корпусом подводной лодки взламывать лед толщиной до 2,5 метров. Впрочем, выяснилось, что и подводные лодки не обязательно проламывать лед для пуска ракет. Наша самая тяжелая ракета РСМ-52, которая на «Тайфуне» размещается, она может этот лед пробивать сама, без всяких каких-либо дополнительных устройств, толщиной до 2 метров. К 70-м годам прошлого столетия СССР развернул широкомасштабную программу строительства атомных подводных лодок, носителей баллистических ракет с ядерными боеголовками. В те годы на боевом дежурстве в Мировом океане постоянно находилось до 8 советских субмарин-ракетоносцев. А с начала 80-х годов на вооружение ВМФ стали поступать подводные лодки класса «Акула», или, как их прозвали на Западе, «Тайфуны». По своим размерам они не имели себе равных в мире. Как ракетная подводная лодка, это, конечно, пик. Лучшего ничего не будет по нескольким параметрам. Лодка получилась уникальная по всем статьям. И недаром ее занесли в Книгу рекордов Гиннесса. Несмотря на свои огромные размеры, 48 тысяч тонн водоизмещения. Это авианосцы некоторые не достигают таких размеров. Несмотря на это, эта лодка самая управляемая в подводном положении. Она очень мощная. Сломать ей лед там до 3 метров ничего не составляет никакого труда. Она большая по запасам. Изначально она создана и может 120 суток, а так вообще и полгода она может совершенно спокойно быть в автономном плавании. 20 спусковых установок. В каждой, значит, по ракете 92 тонны весом, оснащенным 10 боеголовок. Каждая боеголовка – это, значит, ну, можно сказать, по 10 керосин. При посещении, вот, в 87 году
Горбачевым Северного флота, Раиса Максимовна, я спросила, что эта лодка подводная может сделать? Я говорю, стереть лица земли или часть Европы или Англии? Вот в 85-86 году, вот официально, был достигнут полностью паритет. Ну, в чем он паритет, как бы этот? И по количеству лодок, вот у нас к этому времени была 61 лодка, атомная подводная лодка с баллистическими ракетами. У американцев 38 лодок. Как бы тут, вот. Ну, по ракетам, значит, у нас было больше. По зарядам у них больше. У них было 7 тысяч зарядов, у нас около 3 тысяч. Ну, уже как бы какая разница, значит, сколько раз быть уничтоженными. Иными словами, противоборствующие стороны накопили к тому времени сверхзапасы ядерного оружия. Становилось все более очевидным, что продолжение безудержной гонки вооружений теряет смысл, а следовательно, нужно искать взаимоприемлемые соглашения. В начале 70-х годов был подписан договор по ограничению стратегических вооружений ОСВ-1. Позднее лидеры СССР и США подписали и договор ОСВ-2, однако он так и не был ратифицирован американским конгрессом. То, что государство смогло, кстати говоря, да, за счет огромного напряжения сил, но их хватило, чтобы создать мощный флот, который тогда обеспечивал безопасность государств. И во многом, благодаря тому, что были и мощные вооруженные силы, и в том числе мощный созданный флот, я думаю, что вот этой ядерной потасовки в ходе ожидавшейся Третьей мировой войны не произошло. Да, бряцали оружием, да, стращали друг друга, да, тратили народные деньги. Но это все-таки лучше, чем получить десятки тысяч хиросим, так скажем. Нелегкой походкой матросской иду я навстречу врагам, а после с победой геройской скалистым вернусь берегам. Хоть и волны стонут и плачут, и бьются о борт корабля, но радостно встретит героев рыбачий родимая наша земля. Обеспечить реализацию наших национальных интересов в Мировом океане может только флот. Я не только военно-морской, но и промысловый, и торговый, там, рефрижераторный, научно-исследовательский и прочий. Но и военно-морской, который обеспечит эту безопасность. То, что в советские времена это было понято правительством, там, теми, кто стоял у руля, это очень правильно. Товарищ Брежнев вместе с членом Политбюро ЦК КПСС, министром обороны СССР, маршалом Советского Союза Устиновым посетил краснознаменный Тихоокеанский флот. С борта крейсера «Адмирал Синявин» товарищ Брежнев и сопровождающие его лица наблюдали за двусторонними учениями сил флота. При Брежневе военно-политическое руководство страны считало развитие военно-морского флота одной из своих приоритетных задач. Благодаря этому в 80-е годы советский ВМФ достиг пика своей мощи. Свои возросшие возможности он продемонстрировал во время масштабных стратегических учений «Запад-81». В них было задействовано около 100 боевых кораблей, 450 самолетов, 5000 десантников. За ходом маневров следили командующие всех флотов и военных округов, министры обороны стран Варшавского договора, а также Кубы и Монголии. В ходе учения «Запад-81», я в то время был командующим флотом, проводил это учение. Мы же были крупнейшие учения. Последнее, наверное, такое стратегическое учение под руководством министра обороны Устинова. Ведь цель это было учение, вот, провести воздушно-морскую десантную операцию на
с определенными целями, на определенном направлении, вот, захватить территории и так далее, и так далее. Мы высаживали 5 тысяч личного состава, 2500 техники. Силы высадки составляли 95 кораблей. Десантно-транспортные средства были 75 кораблей, на которых находилась и первый бросок морская пехота, и потом первый, второй эшелоны дивизии Прибалтийского военного округа. Флот мог решить частную задачу, высадить десант на крупный остров захватить, ту же Зеландию, Данию, допустим, высадить десант туда, в проливной зоне. Вот это были возможности такие флота в то время. Высадка морского десанта началась. Советского Союза было построено 4 тяжелых авианесущих крейсера проекта «Кречет» – Киев, Минск, Новороссийск и Баку, который позже стал называться «Адмирал Горшков». По сути, корабли этого класса представляли собой некий гибрид авианосца, противолодочного вертолета-носца и ракетного крейсера. Понятно, что свести воедино 3 совершенно разные военно-морские ипостаси боевых кораблей невозможно без ущерба для каждой из них. Но даже не это было их главным недостатком. Находившиеся на их вооружении вертолеты имели слишком малый радиус действия, как, впрочем, и самолеты Як-38, у которых большая часть горючего уходила на осуществление вертикального взлета. Максимальная дальность их полета составляла всего 500 километров, что было совершенно недостаточно для выполнения боевых задач. В итоге командование флота все отчетливее осознавало необходимость создания полноценных авианосцев, которые только и могли обеспечить прикрытие с воздуха в открытом море корабельных групп и атомных подводных лодок. Первый такой авианосец, адмирал Кузнецов, был введен в строй в конце 1990 года. Однако произошедшие вслед за этим в стране перемены поставили крест на программе строительства авианосцев. Часть из находившихся в строю были списаны и пущены на металлолом, а авианесущий крейсер, переименованный в честь главкома, который 30 лет возглавлял военно-морские силы Советского Союза, адмирал Горшков, был продан Индии с тем, чтобы его переоборудовали под английские самолеты «Си Харриер». Более счастливой оказалась судьба адмирала Кузнецова. На сегодняшний день он остается последним и единственным авианосцем, состоящим на вооружении российского военно-морского флота. Флот создается годами. Построить новый корабль из серии головной с учетом проектирования и строительства это занимает даже при хорошо тогда развитой промышленности 5, 7, 8 лет, в зависимости от корабля. В создании подводного флота участвовала буквально вся промышленность Советского Союза. Вся. Все это сейчас теряется. Если мы даже хватимся и потом начнем создавать все это по новой, мы уже потеряли темп, как шахматисты говорят. Место напомнит слова Петра I, который говорил так. Патентант, имеющий сухопутное войско, одну руку имеет. А ежели и флот, то две руки имеет. Вот это как раз иметь две руки в России, царской России и советской России, оно всегда поддерживалось. Флот – специфическая система. Но без нее не может быть государства. Тем более государства, как я уже говорил, имеющего выход к трем океанам.
Флот – это не самоцель. Это не просто флот строится ради флота. Флот должен защищать интересы, национальные интересы государства с морских направлений. Это прослеживается всей историей. Поэтому просто так отказаться от флота невозможно. Сильный флот, и будет сильная Россия. Наш флот, огромный флот, который к середине 80-х годов насчитывал свыше 1000 боевых кораблей и вспомогательных судов, такого флота мы никогда не имели ни до, ни после. Я тебе дурака. Не уйти мне с земли. Мне поставила суша капканы. Не заменивши сходни на берег сошли навечно мои капитаны. Мне теперь не выйти в море и не встретить их в порту. Я сегодня в недоборе, со счета да в нищету.